Спасибо. От авторской музыки мы перейдем музыки, которую написал замечательный композитор, пианист, бенд-лидер, аранжировщик и маэстро Чик Корея, который перевернул ход истории событий джазовой музыки, стоял у истоков фьюжн-музыки. И есть у него композиция, которая называется «Вечный ребенок», «Eternal Child», и вот в нашем авторском прочтении она сейчас для вас сегодня прозвучит. «Вечный ребенок». Thank you.
Браво!